Всем привет, кто меня смотрит и кому это интересно. Перед отъездом снимаю видео о своих бутончиках и цветочках. Тут на память. Часто бывает так, что когда я возвращаюсь, муж за ними ухаживает так, что бутончики не выживают, а цветочки быстро засыхают. Так, вот это цимбидиум, последний из магикан цветет. Три цветоноса у него. Начинает расцветать. Еще один. И малыши тут где-то лезут. Вон. И вот еще один. И видно еще один. Так, мой жердяйчик показал позавчера, я увидела цветонос. Это уже цветение будет из моей выкормленной бульбы. В прошлом году он у меня цвел из покупной. И вот цветочная почка сильно отличается. Моя такая жирная, толстая и больше. Надеюсь, что цветочка будет больше, чем в прошлом году. Это моя энциклия. Очень-очень ароматная. Вот уже видно, что из чехла вылез цветонос. Активно сейчас так растет, быстро. Сейчас погода такая, что хорошо все растет. Тут наверху у меня дендробиум пиради. В этом году у него неравномерно вылазят цветоносы. Я обычно весной, когда такие хорошие перепады температур, после отдыха вешаю сюда его на веранду, прям туда под самый верх. И когда солнце и жарко, то тут и до 30 градусов может быть температура, она все равно падает там 10, бывает даже ниже. И у него цветочные почки, если так равномерно хорошая погода стоит, там неделю-две, быстро-быстро вылазят, одинаково все хорошо. А в этом году я его вынесла, а потом у нас погода испортилась. И вот теперь вылезли одни, потом лезут другие, ну ничего. Лишь бы цвел. Некоторые большие, некоторые поменьше. Так, тут у меня уже многие гуляют на улице. Это моя лекаста гибридная ароматика на круэнту. Тоже вся с цветоносами. Ох, сегодня я уже парочку сломала, блин. Так, вот такие ростики. И возле нее цветоносики маленькие лезут. Головки такие. Это Маздевалия кокцинея. Тут я не знаю, сколько у нее цветоносов. Больше десятка, наверное. Вся в цветоносах. Сейчас пойдем в теплицу. У нас уже такая погода хорошая, все цветет. Бабочки прилетают. Ну, тут медузик все еще цветет. Все его видели. Так, что у меня тут еще цветет? Вот этот дендр цветет и цветет и цветет и цветет, и еще там цветоносы растут и растут и растут. Так, что у меня тут? Тут у меня маздевалия. Лягушонок, который, ох, у нее столько много цветоносов на этот раз. Я не знаю, видно будет или нет. Сейчас я его так попробую. Видно, да? Вот. И большие, и маленькие. Так, это капонемия. Там вот что-то мини-марк. Еще какие-то бутончики есть, что-то цветает. Так, тут у меня вот этот показал цветонос. Это дендробиум
крестьяну. Вот на новой выросшей бульбочке. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, плохо видно. Никак не могу поймать. Ну вот эта черненькая точечка в центре между листьями, это и есть цветонос. Ох, никак не могу поймать. Ну вот эта черненькая точечка между листьями, это и есть там будущий цветонос. Пока это в зачатке почка. Так, вот такой еще дендробиум цветет, какой-то родственник. Норы токунаги, это какой-то гибрид. Бирка потерялась, я уже даже и не знаю, какой там еще есть цветонос у него. Тут я где-то еще видела. Видно, вот такое. Чем-то на нору и похож. Так, вот расцвела моя иванагара второй раз. И второй раз без запаха. Я думала, что может быть, это первое цветение такое без запаха. И второе тоже. Очень красивые цветы, ничего не скажешь. Но я так надеялась на запах. Запаха нет, к сожалению. Так, тут внизу он еще цветут у меня маски. Красавицы. Тут ансидиум пахучка доцветает. А еще мне вот такая котлея. Вот что же последний цветочек у нее. Так, что у меня есть еще? Вот этот дендробиум манилиформа и херкоглоссума гибрид. Все цветет и цветет и цветет. Уже и новые росты пошли, но он все цветет. Такая умничка. Так, а тут внизу... Видели цветы с зубами? Вот такие зубастики мы. Хизис расцвел. Первый цветочек сегодня. Один. И там еще на подходе два. Очень красивый цветок. Сегодня он открылся. Вчера начал раскрываться, а сегодня открылся. Вот такие зубы, 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 зубы. И два цветоноса вот у него родственника. Так, тут кто-то у меня спрашивал, есть ли у меня фаленопсис, и вот доцветает один. Это такой ароматный, такой ароматный. Остальные в доме. Так, а вот показала я вам дендробиум, который цветет и цветет и цветет, который поедет к Ире. Вот я эти детки весной прошлой отделила, кейки. Вот эти кейки уже будут опять цвести. Такой труженик. А это дендробиум Виктория Региная. Вот тоже бутоны. Ну, она прямо на подходе. Вот-вот скоро откроются. Вот с этой стороны. Вот такие фиолетовые. Мы так думали, что будут голубые цветы. Да не, они не голубые. Но все равно красивые. Это мой паучок, у которого, блин, ветки больше метра. Вот весной он всегда так жиденько цветет. Вот одно соцветие у него. Так, и еще одно. Вот. А вот по осени у него цветение всегда такое пышное. После выгула на улице с перепадами температур, с дождем, с росой. А это нора токунага тоже цветет и цветет. Такое у них длительное цветение у этой группы. Ага, во, забыла. Это цыганизия. Знакомая всем из видео, как я адаптирую орхидеи, как адаптировались орхидеи. Дал он все-таки еще один цветонос из другой псевдобульбы. Вот из первого уже вот такие бутончики, а вторые только формируются со второе. Ага, вот еще один дендробиум. Это тоже гибрид манилиформа.
Дендробиум чинзай. Я его решила в прошлом году обмануть. Он висел вот, растет он вообще габитус наверх. Я его решила обмануть. И уже с, вот с такими бульбами, примерно вот как эти, псевдобульбами ростами, я его перевернула, чтобы ампельно рос. И вот эти псевдобульбы очень быстро закончили рост, и все, стали вот такими коротенькими. Ну, думаю, все, обиделся, цвести не будет. Он процвел, где-то там у меня есть видео, на старых псевдобульбах. А вот совсем недавно я обнаружила, что он решил меня простить и решил тоже зацвести. То есть на этих псевдобульбочках. Так, сейчас, господи, ну, у нас солнце. Тоже появились цветоносы. Вот такая умничка. Вот что-то лезет у катасетума. Цветонос, не знаю. Он меня будет первый раз, если этот цветочек зацветет. Вот так вот знать тогда, как это будет выглядеть. Я даже уже не помню, как у него роста новые росли. Уникум доцветает, вернее, уже отцвел. Скоро упадут его цветочки. Так, а вот дендриги, которые из видео последнего пересаженные. По-моему, ему там понравилось. И вот и у этого, как сразу пошли на корнях, так, попробую увеличить, расти и ветвиться старые корни. Буквально сколько тут прошло? 2 дня. Видите, проклевывается. Понравилось ему тут. Ну вот и все. Пока-пока. Поехала я. Ставим ставки. Кто живее доедет? Я или орхидеи? Всем хорошего дня. Ну вот я клуша. Так, это Иронхизис. Забыла-то показать свою проминею. Вон у нее там цветоносов тоже сколько лезет. Со всех сторон. Так, это одна проминея. Так, и вот вторая проминея. У этой уже цветы, цветоносы побольше. Вот я клуша. Вот у нас уже весна какая в разгаре днем. Мы щавель, обожающие щавеля. Ну, отвезу его Ире. Вот такие какие-то незабудки голубые. А что-то почему-то они на видео, но совсем не голубые. Странно. А вот еще у меня одна целогина, гибрид Ахроцея на нетиту. Ой, лавренцианцы она Ахроцею или нетиду, но одно и то же. И вот у нее тут появился вот такой рост, но по цвету. Как бы должен быть с цветоносом. Они у них выходят сразу из растущего роста. Напоила некоторых тут на неделю. Так, ну все. Пока-пока. До встречи. У Иры.